Мои коллеги вышли на улицы Владивостока, чтобы узнать, как к такой инициативе парламентариев относятся люди. И мнения разные. Знаете, депутаты сейчас хотят предложить ввести закон о том, чтобы вторая половинка могла смотреть содержимое вашего телефона только с вашего письменного согласия. Как вы к этому относитесь? Да, глупость. А мне все равно, у меня нет второй половинки, поэтому мне все равно. Ну, у нас с мужем доверие, пожалуйста. Никак. У меня нет второй половинки. Мне кажется, это бред. Мне тоже кажется. Такая чушь вообще. Ну, идиотизм. Ей-богу, у нас как будто в стране других проблем нет, которые нужно решать. Я предлагаю им этот закон против себя использовать в первую очередь. Типа, займитесь собой, ребят. Ну, я не буду, естественно, требовать письменного разрешения. Но устного хотя бы, да. А вам есть что скрывать? Да нет особо. Ну, я считаю, что вообще не нужно смотреть, как бы это некрасиво просто.